Председательства областного исполнительного комитета от 9 февраля 2021 года номер 52 почетное звание «Человек года Витебщины» с вручением диплома областного исполнительного комитета, почетного знака и денежного вознаграждения в размере 100 базовых величин присвоено. В номинации «Промышленность, торговля и услуги, финансовая деятельность, малый и средний бизнес» Геннадию Петровичу Азарову, генеральному директору общества «Витис». «Витис» – одно из первых предприятий республики, на котором создано производство электрозарядных станций для электромобилей. В 2020 году объемы производства увеличились в 1,8 раза, экспорт продукции – в 2,2 раза. Майе Анатольевне Бородич, начальнику инспекции Министерства по налогам и сборам по Лебедевскому району, за большой личный вклад в развитие бюджета финансовой политики Лебедевского района. Благодаря контрольной работе инспекции в 2020 году в бюджет поступило 519 тысяч рублей. Почетное звание присвоено Игорю Александровичу Плужкову, директору общества «Торгово-строительный сервис» Аршанского района. Предприятием введено в эксплуатацию 11 объектов, объем оказанных услуг и выручки выросли в 1,3 раза. Чистая прибыль увеличилась в 1,5 раза. Создано 37 новых рабочих мест. Почетное звание присвоено Юрию Юрьевичу Иванову, директору Витебского предприятия «Свет». В 2020 году обществом внедрено 100 наименований новых изделий. Около 70% продукции поставляется на экспорт. Положительное сальдо внешней торговли составило более 2 миллионов долларов США. Почетное звание присвоено Сергею Михайловичу Коваленко, заместителю начальника цеха общества «Нафтан». Благодаря его работе по усовершенствованию схемы приемки сырья обеспечена стабильная загрузка мощностей «Нафтана». Выручка от реализации продукции увеличилась в 2 раза. Почетное звание присвоено Ирине Михайловне Морозовой, заместителю начальника производства детского питания общества «Белфуд Продакшн». Под ее руководством запущена передовая линия для изготовления пюре в мягкой упаковке, разработано 12 новых видов продукции, объем производства вырос почти в 2 раза, экспорт продукции в 3 раза. Почетное звание присвоено Юрию Васильевичу Осипову, главному конструктору завода «Красный борец». С его участием изготовлен уникальный универсальный станок особо высокой точности с числовым программным управлением. Станок данной компоновки не имеет аналогов в республике. Почетное звание присвоено Кире Германовне Рундо, заместителю начальника финансового отдела Миорского райисполкома. За значительный личный вклад в развитие финансовой деятельности, формирование и исполнение местного бюджета. Почетное звание «Человек года Витебщины» присвоено Лиане Владимировне Сверкловой, начальнику цеха Рассонского хлебозавода. На смотре качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смокота-2020» продукция хлебозавода отмечена серебряными и золотыми медалями, а также гран-при третьей степени. Почетное звание присвоено Ирине Анатольевне Томашевич, директору Верхнедвинского филиала Витебского потребительского общества. За 2020 год объем производства промышленной продукции предприятия вырос в 2 раза. Заготовительный оборот увеличился на 12%. Уважаемые обладатели почетного звания, уважаемый Николай Николаевич, пожалуйста, общее памятное фото. Мы еще раз искренне поздравляем обладателей.
зале. Среды. Лесное хозяйство. Почетное звание «Человек года Витебщины» присвоено Виталию Ивановичу Дядечкину, трактористу-машинисту Толочинского райагросервиса за 2020 год. На травоуборочном комбайне КВК-800 Виталий Иванович заготовил 27 тысяч тонн сенажа и силоса. Общий стаж работы в отрасли составляет 27 лет. Александру Викторовичу Измайловичу, главному лесничему Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Под его руководством Кабышевский лесхоз выполнил плановые показатели на 154%. Выручка от реализации продукции и услуг составила почти 8 миллионов рублей. Объем экспорта более 1 миллиона долларов США. Почетное звание «Человек года Витебщины» присвоено Леониду Александровичу Мурашко, главному ветеринарному врачу общества «Новые Горяны» Половского района. Благодаря его плодотворной работе получен приплод 94 теленка на 100 коров. Падеж крупного рогатого скота к общему поголовью составил 0,7%, что является одним из лучших показателей в области. Почетное звание присвоено Владимиру Николаевичу Полячинскому, трактористу-машинисту предприятия «Борстовка Агро» Аршанского района. В 2020 году компания «Лексион 770» намолотил 3385 тонн зерновых, 919 тонн масла семян рапса, 4563 тонны зерна кукурузы. Общий намолот составил 8868 тонн. Почетное звание присвоено Татьяне Федоровне Пшонко, животноводу предприятия «Прожектор Агро» Лепельского района. Обслуживает 93 головы молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев. В 2020 году средний сегодняшний привес составил 948 граммов на одну голову, валовый привес 25 тонн. Сохранность молодняка 99%. Почетное звание присвоено Виктору Александровичу Суднику, трактористу-машинисту Докшинского райагросервиса. В период весенних полевых работ на тракторе «Беларусь» 3522 на съемку 2012 гектаров яровых зерновых культур и однолетних трав. На заготовке кормов перевез 1642 тонны зеленой массы. Почетное звание присвоено Олегу Михайловичу Шарлаю, трактористу-машинисту общества «Проземле Агро» Чашкинского района. В 2020 году, работая на энергонасыщенном тракторе «Кейс Страйкер 500» с плугом «Ленкет Евроцитан», спахал 4896 гектаров земли, убрал зеленой массы на сенаж 6799 тонн. Почетное звание присвоено Александру Викторовичу Яночкину, трактористу-машинисту общества «Куроколье Агро». В период заготовки кормов на тракторе МТЗ-1523 с комбинированным рулонным пресс-подборщиком ППУ-1250 заготовил 6216 тонн травянистых кормов, спрессовал более 10 тысяч рулонов. Уважаемые лауреаты, уважаемый Николай Николаевич, пожалуйста, фото на память и аплодисменты зала. Дорогие друзья, искренне поздравляем вас с заслуженными наградами и просим занять свои места в зрительном зале. Почетное звание «Человек года Витебщины» в номинации «Обеспечение законности и правопорядка, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».
деятельность органов местного управления и самоуправления, общественных организаций присвоена Вячеславу Викторовичу Грищенко, заместителю начальника милиции общественной безопасности управления внутренних дел областного исполнительного комитета за значительный вклад в сферу охранной деятельности укрепления правопорядка и законности. В 2020 году на 18% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 28% в сфере семейно-бытовых отношений. Почетное звание присвоено Андрею Михайловичу Демьянову, начальнику Новополоцкого городского отдела Следственного комитета Республики Беларусь. Благодаря его инициативе, правильно организованной работе подразделения, в 2020 году окончено производство по 287 уголовным делам. Возмещение ущерба, причиненного преступными действиями, составило 183%. Почетное звание «Человек года Витебщины» присвоено Павлу Вацлавовичу Мацкевичу, заместителю начальника отдела Полоцкого пограничного отряда. За образцовую службу, значительный личный вклад в дело надежной охраны государственной границы. Пограничный отряд вошел в тройку лучших отрядов среди органов пограничной службы республики. Почетное звание присвоено Татьяне Владимировне Тумановой, председателю управления Витебского областного отделения Белорусского фонда мира. Благодаря областному отделению фонда мира проведено благоустройство и ремонт и реконструкция памятных мест, захоронений воинов, мемориалов на сумму более 180 тысяч рублей. Оказана помощь учреждениям здравоохранения региона на общую сумму около 17 тысяч рублей. Почетное звание присвоено Ирине Николаевне Новиковой, депутату Шумилинского районного совета депутатов. За многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона, активное участие в общественной деятельности. Топливно-энергетический комплекс, связь, транспорт и коммуникации. Почетное звание «Человек года Витебщины» присвоено Павлу Петровичу Борисовскому, трактористу предприятия жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского района. Межнаметельный сезон закрывает всю потребность в древесном топливе на объектах городского поселка Шумилина и Оболь. Ежемесячно выполняет установленные нормы выработки на 110-120%. Почетное звание присвоено Игорю Ивановичу Вечерову, заместителю генерального директора Витебской бройлерной птицефабрики. За большой личный вклад в развитие строительных отраслей Витебского района под его непосредственным руководством в 2019-2020 годах введены в эксплуатацию 6 объектов птицефабрики. Почетное звание «Человек года Витебщины» присвоено Галине Дмитриевне Волковой, цветоводу участка зеленгоспредприятия жилищно-коммунальное хозяйство города Полоцка. При ее непосредственном участии в городе Полоцке высажено 233 тысячи штук цветов, 1772 дерева, более 5000 кустарников, выращено 330 тысяч штук рассады цветочных культур. Почетное звание присвоено Петру Александровичу Кишмелюку, директору предприятия «Орша теплосети». В 2020 году освоено производство топливных гранул из костры льна. Реализация данного проекта позволила полностью обеспечить пилетные котельные топливом, а излишек реализовать сторонним организациям, в том числе на экспорт. Почетное звание «Человек года Витебщины» присвоено
Дмитрию Васильевичу Казаку, директору Витебского филиала предприятия электросвязи «Белтелеком». Под его руководством прибыль предприятия составила более 7 миллионов рублей. Филиал занимает лидирующие позиции в стране по подключению абонентов к телевидению «Зала». Почетное звание присвоено Владимиру Владимировичу Максименко, старшему мастеру Миорского района газоснабжения предприятия «Витебскоблгаз». Постоянно внедряет новые и передовые технологии эксплуатации систем газоснабжения. Является одним из разработчиков прибора диагностики бытовых газовых плит, не имеющего аналогов в республике. Почетное звание присвоено Анатолию Леонидовичу Мадюшке, начальнику цеха электростанции филиала Новопольская ТЭЦ. В энергетической отрасли с 1980 года. В 2020 году при его участии реализована первая очередь проекта по реконструкции электропривода циркуляционных насосов с экономическим эффектом 1,8 тысяч тонн условного топлива в год. Почетное звание присвоено Виктору Альбертовичу Митронову, директору филиала завод спорного железобетона номер 3 города Витебска. Под его руководством в 2020 году запущена новая линия по выпуску бетонных изделий. Экспорт товаров увеличился на 35%. Почетное звание человека до Витебщины присвоено Галине Александровне Сухаревой, маляру производства специализированного управления номер 124 города Новополоцка. В 2020 году бригада Галины Александровны производила работы на 10 жилых домах города Полоцка и города Новополоцка и 4 объектах области. Перевыполнение норм составило 165%. Федоровичу Халькову, машинисту автора грейдера дорожно-строительного управления номер 63 города Толочина. Умело управляет различной техникой уже 37 лет. Зарекомендовал себя как добросовестный работник, постоянно перевыполняющий нормы выработки. При планировке земляного полотна рост производительности в 2020 году составил 128%. Ваши аплодисменты лауреата и, конечно же, традиционная памятная фото. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с наградами и просим вас занять ваши места в зрительном зале. Уважаемый Николай Николаевич, также приглашаем вас занять свое почетное место.